Всем доброго времени суток, друзья. Это очередной подкаст от MMA Bets, который будет посвящен второстепенным турнирам, которые ожидают нас на этой неделе. Меня зовут Роман, я отвечаю за бесплатные прогнозы на MMA Bets. Итак, ну давайте для начала пробежимся вообще по турнирам, какие они вообще у нас ожидаются. В первую очередь, вот у меня уже открыта вкладка, это ACB Young Eagles 18, ACB 59, который как раз был перенесен. Uh, и пройдет он достаточно рано, уже, как видите, 25 мая в четверг. Также Fight Night 67, который также пройдет в четверг. Uh, затем <coughs> нас ожидает в пятницу uh, One Championships, uh, по-моему, с двумя чемпионскими боями. Uh, в пятницу также M178. Там, по-моему, за вакантный титул. Ну, ладно, там еще посмотрим. ММА про Украин 10. И самый, наверное, интересный из второстепенных турниров это КСВ 39. Там чемпионских боев будет просто куча. Итак, ну давайте по порядку начнем. ACB 59. Опять же, ну, естественно, я не буду все прям полностью Карды разбирать досконально. Все это будет э, в моих ставках. А здесь чисто пройдемся по интересным бо боям, там ну по два, по три боя. Итак, э, ACB Ну здесь я предлагаю разобрать два, собственно, главных боя. Это э, Игорь Литошек против Байсангура Вахитова, ну и главный бой. Итак, начнем э, с э, боя Вахитов-Литошек. Uh, так, на топологи у нас еще карт не представлен полностью. но я этих бойцов, естественно, уже открыл Про, uh, профайлы. байсангур Вахитов, как видите, uh, ну, судя по рекорду, перспективный, да. М -м, боец 4-0. Uh, у него всего лишь один бой закончился решением. Все остальные заканчивались неизменно в первом раунде. Он заканчивал их досрочно. Все бои прошли в ACB, опять же, это, я считаю, неплохо, это плюс, как бы, достаточно высокий уровень, ну, по крайней мере, в России. Ну, по его боям, что можно сказать, крайне опасный боец, ну, предпочитает в основном стойку, хотя, знаете, он, он, он отлично борется, действительно отлично борется, ну, как часто бывает у борцов, да, удары у него невероятно тяжелые, вот единственное, что я хотел бы заметить, ну скажем, его минус, это вот как раз тот бой, который он до решения довел против Эльмара Мурадзаде, если я правильно читаю. Он нахватал там просто огромное количество лоу-киков, и знаете, Мурадзаде пробивал их просто раз за разом, он их пробивал, и, и пробивал, Вахитов никак не мог найти противоядие, то есть... Он, он, он пытался там стоечки менять, убирать ногу, но раз за разом нога у него просто отлетала и, ну, в общем, в, в этом, ну, в этом собственно и была там его основная проблема. За исключением этого, как бы в стойке он Мурадзаде перебивал, периодически переводил, ну, в общем, бой я считаю достаточно уверенно выиграл. К тому же ну, по большому счету, кардио у него неплохой. Я бы не сказал, что он вообще в хлам там устал за, за, три, за три раунда. То есть, я считаю, ну, боец действительно хороший. Относительно сбалансированный, относительно... Э, ну, как бы неплох в стойке, но если вдруг что-то там не получится, он легко перейдет в борьбу, и в борьбе он действительно хорош. Вот. Что касается его оппонента... Э, Игорь Литошек, ну, кто помнит, он выступал совсем недавно, друзья, он совершил достаточно крупный апсет, а, к, ну, к своей чести скажу, что я как раз на него в том бою ставил, выиграл а Мурада Чунка, Чункаева, по-моему, вот, а, сабмитнул практически сразу же. Игорь Литошек у нас уже, знаете, такой э, боец весьма опытный. У, у него большинство побед одержаны обмишными Сейчас вот на Шердоге открою для наглядности. Ну, как видите, из 11 побед 10 одержаны А Все поражения досрочные тоже. Вот, ну, что вообще по нему сказать? В принципе, э, его рекорд обо всем говорит. Он предпочитает партер, предпочитает э, болевые. Вот как бы э, Ну, большинство, как видите, поражений у него уже достаточно давно случились. Именно вот э, поражения э, нокаутом ранние В последнее же время, в последнее время он, я считаю, э, Ну как минимум, очень неплохо улучшился. Он выступает намного лучше, чем раньше. Ну, допустим, даже крайние бои брать. Ну, Чунка он там быстро сабмитнул. С Идрисом Гизаловым. Ну, я, я считаю, Гизалов весьма хороший, перспективный боец. Литошек с ним себя неплохо показал. Более того, у него у самого были варианты закончить бой. То есть. Также он там с э, если я не ошибаюсь, накидывал и был очень близок к завершению. И вообще он, ну, повторюсь, показал прекрасный бой с Гизаловым. Эм. Ну, что вообще сказать, ребят, э, если как бы, ну, для ставочек, да, этот бой разбирать, ну, напрашивается, в первую очередь, ставочка тут меньше, потому что оба этих бойца не любят откладывать дело в долгий ящик ни Литошек, ни Вахитов. Скорее всего, кто-то кого-то победит досрочно, весьма быстро, я считаю, в пределах там, ну, раунда максимум двух, максимум двух. Вот, а, ну, кому предпочтение отдавать, как бы, я не знаю. Скорее всего, Вахитов, как мне кажется, может, ну, либо каким-то тяжелым ударом попасть, так как, ну, челюсть Литошика не то, что прям вообще пробитая, но она не, не железная, вот, ну, либо Вахитов может, опять же, свою борьбу использовать. Ну, я лично как бы за Литошика поболею, Ну для ставки, как я и сказал, я бы Total меньше, наверное, рекомендовал. Сейчас посмотрим вообще, что есть у нас в букмекерской конторе паре матч. Так, ну, на ACB у нас пока нету ставок вообще, поэтому ни по коэффициентам я пока ничего не скажу. Давайте перейдем к главному бою. Роберто Невос, Хусейн Кушагов. Итак, друзья, Хусейн Кушагов, ну, несмотря на не самый выразительный рекорд 5-3, я считаю, боец весьма хороший, и в чем, ну, его минус... Как бы, знаете, в чем его минус лично, на мой взгляд, это то, что он периодически зарубается, он имеет не самую крепкую челюсть. Вот, ну, не знаю, то ли как бы она изначально не крепкая, то ли уже про пробили его. Но. В общем, челюсть его подводит. И. Как я и сказал, он не прочь зарубиться, как видите, в прошлом бою а Михаилу Колобегову проиграл нокаутом. А, до этого, в 2015 году, Муслиму Махмудову. Ну, здесь поражение с Ну, само собой, я этот бой посмотрел. Этот сабмишн был после тяжелейшего нокдауна. Махмудов попал и от, ну, отправил а, Хусейна Кушагова в нокдаун. Ну, собственно, после этого сабмитнул. <клес> <клес> ну, а сам по себе, Хусейн Кушагов, я считаю, опять же, Ну, повторюсь, неплохой боец. Он прекрасно борется. Вот, единственное, что. Ну, его особенность то, что вот он не прочь за зарубиться и вполне может от отлететь во время этого действия. Хотя у самого, конечно, у него удары тяжелейшие, друзья. Просто тяжелейшие. Ну, как видите, нокаутов у него тоже немало. Что касается его оппонента, Роберто невис бразилец, опять же, ну, много я о нем сказать не могу. Его бои я, конечно же, посмотрел некоторые, ну, какие вообще в сети интернет там были до доступны. Как видите, половина побед у него нокаутом, совместными вообще нету, и оба поражения также нокаутом досрочные. <свечес> <свечес> И это о бойце, в принципе, все говорит. Он предпочитает работать в стойке. А, защита от тейкдауна, в принципе, неплохая. А, Тейкдауны сам он проводит крайне редко. В стойке также любит зарубиться. Вот, удары у него крайне крайне тяжелые. Я отмечу его удары ногами. Прям вот они выделяются у него. Они достаточно опасные. А, ну, что можно сказать, опять же, друзья, в плане ставок? То же самое, что и прошлый бой. Я считаю, тотал меньше полтора. Как бы весьма-весьма уверенная ставочка. Ну, особенно по паре матчу. Хотя, конечно, вряд ли там будет большой коэффициент. Но для пресса, наверное, пойдет. Если вообще все-таки отдавать кому-то предпочтение... Опять же, я считаю, что Кушагов, так как у него есть борцовская база. То есть, если он с головой подойдет, если он не будет там в жестких зарубах участвовать, то благодаря своей борьбе я считаю, что он может немножко подвымотать Невиса и нокаутировать, либо засобмитить. Вот, ну, с этим, в принципе, понятно, да? Идем дальше. Следующий турнир, который также пройдет в четверг, это Fight Nights Global 67. Здесь также, я считаю, разберем пару боев, чисто они интересные. В Комейн-Ивенте будет драться Мурат Мачаев против а, Ари Сантоса. На Топологи, к сожалению, вообще пока нету этого ивента. Ну, бойцов отдельно я, конечно, нашел. А, Мурат Мачаев... А, ну, друзья, вы все знаете. Опять же, про него тут особо рассказывать-то и нечего. Как бы всего два поражения, да. Одно, было одержано, а, одно поражение было у него очень-очень давно от Марчина Хелда. Uh, в 2012 году. Ну, и крайнее поражение он потерпел, собственно, в крайнем бою против Диего uh, Брандау. Uh, ну, про Мачаева... Что сказать? Я считаю, весьма... Ну, посредственная стойка. Весьма посредственная. Uh, плохая защита. Но, но очень топовая борьба. Действительно топовая. Uh, отличные переводы... Он классно удерживает соперников в партере, хорошо контролирует, проводит удушающие приемы. Что еще можно по нему сказать? Ну, весьма физически силен я, я хочу заметить этот боец. Ну, давайте посмотрим, кого ему привезли, да, потому что ему сейчас явно нужно выигрывать, явно нужно реабилитироваться как чисто для себя, так и в глазах публики. Привезли ему бразильца а, Ари Сантоса по прозвищу а, No Mercy. А, у бразильца рекорд 13-5. А, ну вот смотрите, большинство побед у него одержано сабмишинами, 4 по победы нокаутами. То есть сами видите, он а, также долгий ящик не любит дела откладывать. А, большинство боев у него до, а, досрочные, как победы, так и поражения. Ну, что вообще сказать об этом, бразильце, друзья? По его боям, я что могу сказать? Это боец, обладающий просто прекрасной антропометрией. Он высокий, у него длинные конечности. И он этим умеет пользоваться что очень важно для бойцов с такой антропометрией, потому что бывает так. И бывает так нередко, что у бойца прекрасные данные, но он, ну, он просто он не умеет ими пользоваться. Ну, за примерами даже далеко ходить не надо. Стефан Штруф, UFC, допустим. То есть, имея длиннющие руки, имея прекрасный высокий рост, он подпускает соперников к себе легко. Вот. Ну, что касается Ари Сантоса, я считаю, он получше, намного получше пользуется своими габаритами. Вот, в стойке он очень неплох, но я считаю, друзья, он не обладает серьезным ударом, хотя у него есть ä, нокаутами победы, но их мало. Именно из-за этого их мало, потому что я, как мне показалось, по крайней мере, из его боев, он, у него удары не, далеко не самые тяжелые. Вот, ну из того, опять же, что я видел, несмотря на то, что у него большое количество сабмишнов, он все-таки больше в стойке проводит бои. Иногда делает переводы, кстати, весьма хорошие успешные. Вот, у самого же защита, по большому счету, неплохая тейкдаунов, неплохая. Но, конечно, можно его перевести. В, на, на спине, что важно, что важно, он очень опасен, реально очень опасен. Он вообще, ну, так сказать, не бездействует совершенно. Он все время что-то делает, двигается, постоянно пытается какие-то болевые э, накинуть. Ну, боец крайне активный, крайне активный. Что касается конкретно этого боя, ну, друзья, как бы, ну... Кто просто посмотрит, да, карту, он как бы подумает, что, ну, привезли очередного, ну, мягко говоря, посредственного бойца для того, чтобы Мачаев чисто, ну, восстановился, реабилитировался, ну, по большому счету, может быть, с натяжкой это так и есть, но я лично считаю, что у Сантоса шансы есть. Предпочтение я все-таки здесь Мачаеву, наверное, отдаю, наверное, но все зависит, опять же, от коэффициентов, ребят. То есть, если слишком большой коэффициент будет на ресантес и слишком маленький на Мачаева, ну тогда э, просто нет смысла вставки на Мачаева. Есть смысл вставки на Сантас, ну тогда будет в таком случае. Ну а так, э, я не знаю. По он тоже ничего сказать не могу. Эм, ну, вполне возможен тотал меньше. Но опять же, пока не знаю. Нужно еще будет посмотреть на форму бойцов. На то, вообще, как они будут выглядеть непосредственно перед боем. А, ну что, давайте к главному событию перейдем. Диего Брандау против Венеры Галиева. Ну, что, что я не знаю. Давайте с Галиева начнем. Боец, в принципе, опять же, повторюсь в очередной раз, неплохой. А, для, именно для российского уровня. У него есть... Победы, ну, над, скажем там, относительно какими-то именами. Вот видите, на одном из крайних боев Копа Степаняна выиграл Вот. Ну, как бы далеко ходить не нужно. Там много думать не нужно, чтобы понять, что выиграл он Степаняна за счет борьбы, естественно. Ну, можно его назвать универсальным бойцом. По большому счету, да, можно. Он может как и в стоечке провести бой. Ну, не сказать, что там плохо прям Он может также проводить тейкдауны Проводить бой в партере Удерживать соперника, контролировать Вот, но я считаю все это на таком достаточно посредственном уровне Плюс э -э Лично я увидел его проблемы в кардио То есть он весьма подустает при каком-то напряженном бое К третьему раунду прям уже видно его усталость что касается Диего Брандау. Ребят, ну я, я скажу сразу, я считаю, что это просто боец намного выше уровнем. Вот и все, просто боец выше уровнем. Ну, бой с Мурадом Мачаевым, в, я думаю, видели все, да? То есть он прекрасно защищался от тейкданов, он, он отлично попадал в стойки там тяжелейшими своими ударами, а удары у него действительно крайне тяжелые. И красиво, просто шикарным приемом, как по учебнику, закончил бой. Более того, в крайнем его бою в UFC с Брайаном Артегой он также бой проводил просто, ну, я считаю, неплохо, я считаю, неплохо. Мне кажется, что он этот бой выигрывал и вполне мог бы победить, если бы не попался на, <coughs> на <submission. coughs> ну и, друзья, конечно, я не могу <coughs> не упомянуть. О его шикарном бою, ну, это, конечно, давно уже было, в 2011 году, но это все-таки характер бойца никуда не не дается, друзья, и его умения. Против Дениса Бермудаса сами смотрите, сколько наград этот бой получил. Огромное количество, тут один из величайших камбэков за, за все время. То есть, Брандау там побывал просто буквально в нокауте практически на самой-самой грани и сумел закончить бой прием кстати приемом практически идентичным каким он закончил бой с Мачаевым. то есть тоже армбаром и тоже очень-очень похоже он вышел на армбар ну я думаю вы поняли да друзья что я даю здесь стопроцентное предпочтение в я считаю, что он этот бой выиграет, и я считаю, что вполне возможно, что он его выиграет досрочно. Давайте посмотрим на коэффициенты на паре матча. Да, коэффициенты есть, росписи пока, к сожалению, нету. Ну, на Брандау 1 и 3. Как бы я считаю, уверенная ставочка в любой экспресс. Мое мнение. Следующий турнир уже пройдет в пятницу, это One Championship. <coughs> Там ожидается, если я не ошибаюсь, возвращение Шини Аоки. Ну, для нас, для подкаста, разберем именно два чемпионских боя. И <coughs> начнем с кома инвента Бен Аскрин, Агилан, Тангалапани. Что касается Агилана Тангалапани, это молодой проспект организации ВАН. Как видите, у него 6 побед. Более того, в любителях у него также 6 побед. Этот боец еще не терпел горечь поражения. Всю свою карьеру он провел а, в организации ВАН. А, ну, для Азии это топовый промоушен, и это весьма неплохо. Как видите, большинство побед у него одержаны сабмишинами. Ну, в принципе, он и в стойке, весьма неплох, достаточно быстрый. Но в основном, да, он уповает на борьбу. Любит прижимать к сетке, делать переводы. Удар у него также весьма тяжелый. Как бы, ну, в общем, для промоушена One Championship я считаю прекрасный проспект, достаточно разносторонний развитый. Ну, с небольшим, конечно, упором на борьбу. Про на Аскрина, друзья, долго рассказывать не буду. Вы сами прекрасно знаете, кто он такой и что он из себя представляет. Что касается этого боя, ну, мне трудно, мне трудно представить, чтобы Агилан отзащищался от тейкдаунов Аскрина. Я просто этого представить не могу. То есть, ну, боец молодой, если он отзащищается, скажем, там, ну, хотя бы, не знаю, раунда, там, три, да, у него будут хорошие шансы, но и то... Не знаю, Аскрин боец мирового уровня, борец мирового уровня. И, если честно, я здесь практически шансов не вижу у его молодого и перспективного оппонента. Я считаю Аскрин, и я считаю, что вполне возможно, вполне возможно, Аскрин даже досрочно несмотря на то, что он в крайнем бою с Алексахином не смог досрочно закончить и весьма устал, но Алексахин, на мой взгляд, неплохой боец и, как мне кажется, как мне кажется, ребят, мое мнение, получше, чем uh, Гелан. <coughs> ну, в принципе, вы здесь, я думаю, поняли все. Коэффициентов также пока что нету. Главный бой это Анжела uh, Ли против Истелы Нунис. Ну, Анжела Ли. Это звезда промоушена ван. Как видите, боец не битый, рекорд 7-0. А, большинство побед одержаны именно с абмишинами. Также а, в любителях у нее также большинство побед с обмишинами. Тоже она не бита. Не терпела горечь поражения. Все бои также провела ВАН Чемпионшип, что хорошо. А, ну, естественно, я ее бои посмотрел. Знаете, в стоечке она тоже очень неплоха, несмотря на то, что предпочитает Партер. У нее э, очень клинч разрушительный, э, очень такие серьезные удары коленями опасные, локти. Ну, то есть, э, по большому счету... Э, Боец... Ну, она действительно опасный боец, действительно серьезный боец. Я считаю, боец мирового уровня, на мой взгляд. Я бы ее посмотрел в UFC, допустим. Вот. Ну, вешает, конечно, она для UFC достаточно мало. Не знаю, если там откроют этот дивизион, ей да, в прямая будет туда дорога. Прямая. Вот. Ну, а что касается ее оппонентки... Ну, вообще, давайте перед тем, как к ее оппонентке перейдем... Именно вот э, пару боев э, я расскажу. Я ее, естественно, посмотрел, много боев. Но вот в крайних боях, в э, которых она держала победу. Она выиграла проспект. Тут проспектку также не битую а, Дженни Хуанг. А, с рекордом 5-0. Вот. Ну, по большому счету, Хуанг ей там вообще не доставила никаких трудностей. Попросту Анжела Ли вышла и начала ее избивать очень жестко. И я думаю, уже после начала, лично мне так показалось, Хуанг уже ничего не хотела. Она хотела побыстрее, чтобы это закончилось. Ну, это закончилось не быстро, в третьем раунде. Вот. Ну, весьма такой был хороший бой с Мэй Ямагучи. А, знаете, Ямагучи это такой серьезный а, грэплер. Она предпочитает партер. Она крайне цепкая в общем, она доставила Ли некоторые проблемы, но, знаете, Анжела Ли, даже в те моменты, когда она была на спине, она была невероятно опасна, она постоянно накидывала сабмишины, она постоянно свипала, то есть удержать ее, ну, очень и очень тяжело. Что касается истеллы Нунис, ну, боец также перспективный, неплохой, как видите поражений также она не терпела. Вот, сабмишинов у нее нет, есть, пораж... есть победы нокаутами. Ну, показательно, друзья, то, что в крайнем бою она также встречалась с Мэй Ямагучи. И Мэй Ямагучи, на мой взгляд, оставила ей намного больше проблем, чем Анжели Ли. То есть она ее также переводила. Вот. И ну, единственное, что она подустала уже вот э, в третьем раунде. Ну не все удавалось все больше и больше в этом бою. Но ну, а в первых двух, опять же, как бы она не вела себя пассивно на спине и тоже весьма серьезно сопротивлялась и, ну, не не отдавала позиции. Ну, бой она как бы там по делу выиграла, но, опять же, повторюсь, я считаю, ямагучие, да ей доставила намного больше проблем, чем анжели Ли. Что касается этого конкретно противостояния, да, Анжеле Ли против Эстелы Нуньес, ну, друзья, честно, я у Нуньес особо шансов не вижу, потому что хорошая защита от тейкдаунов, ну, она у нее неплохая, на самом деле неплохая, но я считаю, что Ли переведет все-таки, если захочет. Более того, клинч Ли, это, это что-то, друзья, это надо видеть, он крайне разрушительный. Честно, я у ну, с особо шансов не вижу, то есть, э, скорее всего, Ли, и вполне возможно, что досрочно. Ну, коэффициентов нету, пока про это больше ничего не сказать, сказать не могу. <coughs> Итак, М1, э, челлендж 78, также пройдет в пятницу здесь, чисто рассмотрим главный бой, да, он будет чемпионский, 5 по 5, 5 по 5. Максим Дивнич против Дамира Исмагулова. Ну, что сказать, друзья, Максим Дивнич всем, в принципе, известен, кто за М1 так более-менее следит. Боец весьма и весьма неплохой. Ну, как видите, у него большинство побед нокаутами, но оба поражения также нокаутами. Он предпочитает вести бой в стойке. И в стойке он неплох, у него тяжелые удары. Ну, периодически он может, скажем, мало скилловых соперников переводить. Он это делает. То есть кое-что в борьбе понимает, но борьба его коньком именно не является. Он пытался завоевать уже титул против Мансура Барнауи. Вот. А, а, нет, он, он уже защищал, плюс у него титул. То есть это бывший получается чемпионом один. Но защиту, защита у него была неудачная. Мансур его выиграл. Причем нокаутом. Ну, Мансур сам по себе боец серьезный, боец неплохой на самом деле. Вот. Далее, как видите, у него две победы над. Ну, весьма. Вот реально, над весьма посредственными бойцами. Роберта Тёрквеста, он, ну, грубо говоря, завалял, то есть он его переводил, переводил и затем в стойке добил. А Киона Колдвелла, он постоянно в стойке, ну, <составлен>, можно сказать, потрясал, очень серьезно попадал, Ну, это бойцы не топ уровня даже для М1, друзья, как бы. Я здесь не считаю особой такой, заслуги какой-то серьезной у Дивнича в победе над этими бойцами. И победы были эти крайне уверенные. Что касается боя с Артемом Домковским, ну, Домковский э, прошел его, ну, Дивнича просто легко, просто очень легко. Он э, переводил Дивнича, он побеждал в стойке уже в первом раунде. У Максима под глазом образовалась серьезнейшая гематома. Ну, постепенно, в общем, Домковский, наращивая свое преимущество, попросту закончил бой досрочно. Вот. Ну, сейчас будет второй шанс у Дивнича, вторая попытка завоевать поиск. Кстати, отметить хочу, что защита от тейкдаунов у него хорошая. Хорошая. Итак, пояс они будут разыгрывать с Дамиром и с Могуловым. Вот. Что касается... Дамира Исмагулова. Как видите, набил очень хороший стрик. Действительно хороший. Вот. Последнее поражение было от Рамазана Исинбаева. Ну, можно сказать, полтора года назад. Вот. А что касается его крайних боев? Ну что, боец универсальный. Боец... Хорош в стойке. Я считаю, кстати, он будет намного быстрее в стойке, чем Дивнич. Именно скорость у него выше. Более того, он в партере намного лучше. Несмотря на хорошую защиту Дивнича. Мне кажется, что он все-таки переведет Дивнича. Вот. А, ну и что касается вообще боев его, а стоит отметить Победу над Раулем Тут и Рауле в последнее время тут Раули вышел на хороший стрик. Он вообще, он на самом деле боец неплохой. Особенно в первые раунды он крайне опасен. Первый, там, начало второго раунда. Ну, как видите, Дамир Исмогулов его победил. Победил досрочно. То есть он пережил натиск и сумел сам а, нокаутировать. В общем, ну, что касается этого боя. Как вы поняли, друзья, я даю победу Исмогулову. Ну, точнее, вижу Большую вероятность его победы. А, мне кажется, что даже, скорее всего, досрочно, учитывая, что 5 раундов. Ну, не знаю, если бы... Если как бы тотал брать... Сейчас посмотрим вообще, коэффициенты на эти есть или нет. А, на букмекерской конторе пари матч. А, да, есть. И даже есть тоталы. Ну как бы тотал здесь есть на два с половиной, то есть если брать больше, то бой должен зайти в четвертый раунд. Я не знаю, я бы здесь, наверное, все-таки рисковать не стал, а вот Дамира и Смогулова за 1.87 я бы как бы порекомендовал. Я считаю, хорошая ставочка. Ну, здесь, в принципе, все. Следующий это ММА про Украин 10. Битва в крепости 2. Ну, Друзья, здесь, как бы, видите, есть только один бой. Анатолий Лягу, Максим Пашков. И то, это... То есть, этого конкретно боя не будет. Давайте к официальному сайту можно даже... А, ну здесь... Да, к, офици... к официальному сайту можно обратиться. То есть, как я понял, Анатолий Лягу снялся с боя. И в главном бою встретятся Николай Кузнецов и Максим Пашков. Вот я почему вообще этот бой задел, потому что коэффициенты а, на париматче есть, поэтому ну один бой чисто для интереса, я считаю, можно разобрать. Я, конечно, не буду на нем ну долго на нем останавливаться. Так чисто рассмотрим а, бойцов. Итак, а, Максим Пашков. Значит, что можно о нем сказать? Эм, ну, это боец... Э, я, я, я не знаю даже, как по большому счету его описать. На мой взгляд, далеко не самого высокого уровня. Несмотря на то, что у него большинство побед, как видите, одержаны с Ну, я не считаю, что у него какая-то супер хорошая борьба. Эм, Защита от тейкдаунов у него плохая. Как бы, ну, именно вот сами сабмишины неплохие, он их, эм, ну, накидывает. Но если у него вот это как бы не получается, то выигрывает его достаточно просто. Также далеко не самая хорошая челюсть э, у бойца. Ну именно, именно, что касается этого боя, как я уже отметил, плохая защита от тейкдаунов. В этом бою это важно, потому что Николай Кузнецов, несмотря на свой также невыразительный, как видите, рекорд, в первую очередь он борец, он переводит своих соперников на настил, удерживает там, либо сабмитит. Вот. Встречался с Олегом Хачатуровым, а Олег Хачатуров недавно, кстати, по-моему, в ICB, Провел прекраснейший бой, тоже там обсетнул. И Хачатуров очень хороший боец. Победил именно за счет того, что сумел отзащищаться от попыток тейкдауна. В стойке он был получше. Но и то, стойки себя здесь Кузнецов проявил, я считаю, очень хорошо. То есть, на мой взгляд, Кузнецов здесь будет Пашкова переводить. На мой взгляд, Пашков не сможет от этого от защищаться в стойке также я вижу преимущество Кузнецова, ну не знаю, а, ну как видите коэффициенты почти равны, букмекеры не особо определились на Кузнецова 2.08, я считаю прекрасная ставочка, тотал, тотал больше полтора также я считаю хорошая ставка, ну как бы чисто мое мнение. Итак, ну и собственно перейдем. Главному, на мой взгляд, самому интересному, за исключением UFC и Ивенту, это CSV 39. А. Ну, здесь буквально чемпионских боев целая куча. Они просто тут идут через один. А. Я, знаете, так, карты рассмотрел. Здесь практически можно вообще весь карт рассматривать, но он реально интересный. Ну, затягивать я не хочу долго а, с подкастом, поэтому рассмотрим, так, буквально, боя три, наверное. А, вот лично для меня интересен а, Марчин Врожек против а, э, а, Эрбест, если я правильно прочитал. В общем, что можно вообще сказать а, и про того, и про другого бойца? Клебер, Койки, Эрбст — это джиу-джитсер, и джиу-джитсер серьезный такой, если я не ошибаюсь, титулованный. у него практически все победы там с обмишными одержаны. Ну, сейчас на Шердоге посмотрим. Да, как видите, из 21 победы 18 сабмишенов, 2 нокаута. Вот, причем досрочных поражений всего одно, также с абмишным. Как видите, все поражения, ну не все, кроме одного поражения, у него один, он потерпел в начале карьеры. Это было очень давно, друзья, 8 лет назад, очень и очень давно. Затем он вышел на серьезнейший длиннющий стрик. Более того, он выиграл Анзор Анжиева. И Анзор Анжиева, я считаю, для КСВ очень хорошим бойцом. Топовым даже, я бы сказал. Вот. Ну, бой там, кстати, был весьма близкий все-таки. Анжиев показал, но ну, попался на треугольник. А так Анжиев, э, мне, ну, по моему мнению, даже вел этот бой. Вот. Ну, проиграл Эрмст а Артур Савинский. Как бы... Особо тут что говорить? Ну, можно предположить... Э, даже несмотря бой, можно предположить, как он проиграл. Хотя я, естественно, посмотрел его бои. Савинский попросту отзащищался от тейкдаунов. Все, друзья, больше здесь сказать нечего. Он отзащищался от тейкдаунов и он. Э -э, ну, собственно, в стойке был намного лучше. Просто намного лучше. Что касается Марчина Врожика, сейчас это чемпион, если я не ошибаюсь. Да, все правильно. Э -э, у него будет э защита титула. И знаете, что важно? Что он выиграл титул у того же Артура Савински. А, причем выиграл весьма и весьма уверенно, ну не, я знаете этот бой не пересматривал вот перед подкастом, но я этот бой там в прямом эфире смотрел, не помню как он закончился, здесь написано, что травма, но я точно помню, что Врожик этот бой уверенно выигрывал, вот. Как видите, Врожик а, участвовал в Тафе, очень на мой взгляд успешно выиграл. А, Джамиля Чана, неплохого бойца. Он сейчас выступает в Билатере, вы его знаете. Выиграл Дэвида Теймура, тоже я считаю неплохой боец. Ну и проиграл Солу Роджерсу. А, и Джулиану Эроси с плитом. Ну, как бы единственное, что от Эроси Потому что Эросу я вообще не котирую никак. А, он проиграл, как бы вот это я за его минус считаю. Вот, ну после этого он провел два прекрасных боя а, в КСВ. Вообще, что сказать, как бы, он встречался уже с такими бойцами, которые уповали на борьбу, на свою джиу-джитсу. Ну, не знаю, вот с тем же Арнольдом Алленом, который в UFC выступает, и крайний бой, кстати, прекрасно провел Амирхани, с, с Макваном Амирхани. И, ну, я к чему веду, то, что у Рожика уже были подобные соперники. Это боец крайне волевой, боец с характером. Не зря у него прозвище, да, польский зомби, потому что, а, несмотря ни на что, он идет вперед и одерживает победы. У него хорошая защита от тейкдаунов, у него, кстати, неплохая борьба. В общем, ну, друзья, я лично, как бы, ну, мне нравится этот боец Мартин Урожик. Я буду за него болеть, и я считаю, что. У него здесь есть все шансы победить, потому что против него боец односторонний. У Врожика же ключей к победе намного больше. Итак, поставочкам, поставочкам. Ну, как видите, Врожик фаворит за 1,55. Я считаю совершенно по делу. Вот. Ну, по тоталам, опять же, я здесь не считаю, что нужно рисковать. Не знаю. Хотя, наверное, бой, конечно, решением закончится. Как бы мое мнение. Также давайте рассмотрим здесь еще, знаете, какие бои. А также чемпионский бой а, Матуш Гамрад против а, Нормана Парка. Друзья, а, Матуш Гамрад. Как видите, боец не битый. Это, ну, можно сказать, что это проспект а, КСВ. 12-0 у него рекорд. А, боец, я считаю, весьма неплохой. Боец балансированный, ну как видите, практически равное количество у него побед нокаутами и сабмисшными. Вот что можно вообще о нем сказать. В крайнем своем бою по правилам грэплинга, он сошелся, ну грубо говоря, грубо говоря в супер то есть, Борис Манковский, это чемпион КСВ, ну, кто не знает, в более тяжелой весовой категории. То есть, Манковский и а, Гамрад здесь сошлись в договорном весе. Ну, как бы не то, что в договорном, я бы даже сказал, что скорее здесь Гамрод поднялся. А, ну, там была ничья, по правилам грэплинга, повторюсь. Вот, а что касается его боев, а, знаете, он а, предпочитает... Партер, он у него хорошие переводы, он достаточно такой может быть достаточно вязким прижимать к сетке, но в стойке он тоже очень неплох, ну реально очень неплох. У него очень тяжелые удары. Боец балансированный, боец универсальный. Я не знаю, как бы по боям больше особо о нем сказать нечего. Я считаю, кстати, хорошая карди у него. Норман Парк. Опять же, об этом в Атакате, друзья, я долго рассказывать не буду. Вы сами, я думаю, прекрасно знаете. Выступал в UFC. Ну, за исключением Реза Мадади, у него никаких скальпов в UFC серьезных как бы не было. Проиграл он и Рустаму Хабилову, Франциско Триналдо, Глейсону Тибау. Ну, нужно заметить, что... Боец такой, знаете, ну, как, в общем, повторюсь просто, грубо говоря, в Атакат э, у него, как видите, с, э, немало сплитов. Вот Маджорити. Э, крайний бой он, кстати, тоже плитом выиграл. А, не, не сплитом, а Маджорити. Здесь он э, завоевал, кстати, в БАМе титул. Э, ну, бои он проводит... Э, э, в общем, ну, по большому счету универсал, по большому счету то есть может подраться в стоечке, но он любит борьбу, он любит переводы, он любит прижимание к сетке. И даже как бы в те моменты, когда у него ничего не удается, там, перевод, он все равно старается, старается, что-то делает. Единственное, что я, знаете, что хочу заметить конкретно по этому бою, Лично я почему отметил у Матоуша Гамрата хорошее кардио, потому что в крайнем бою Парк показал кардио весьма плохое. Он в третьем раунде практически был никакой, но очень сильно устал. Как бы понятно, что там в борьбе проходил бой. Но кто сказал, что здесь бой не будет в борьбе проходить? То есть если здесь будет какой-то тоже близкий напряженный бой, Парк также устанет. И я здесь у Гамрата, как у, ну к тому же Гамрат моложе. Я вижу все-таки преимущество. Да и в принципе, ну, не знаю, как бы. Мне лично Гамрад больше нравится э, как боец. Э, и у него больше перспектив это определенно. Что касается ставок, э, ну, как видите, букмекеры со мной согласны. Продолжительность боя, ну, Total, больше также. Великолепная ставочка за 1.55. Весьма уверенно. Бой, по-любому, на мой взгляд, дойдет до решения. Ну, главный бой. Это Борис Манковский против Мамеда Халидова. Ну, Манковский я уже упоминал, да, то, что он а, в крайнем бою, типа, ну, супербой у него был по правилам Грэплинга. Вот. То есть, этот бой также супербой. Борис, а, ну, здесь договорной вес. То есть а, Борис Манковский, который выступает в категории 170, и а, Мамед Халидов, который выступает а, в более тяжелой весовой категории 185 фунтов. Они сойдутся. Этот. А, так, здесь у нас. Это бой не чемпионский, так как ну, вес договорной. Это именно, ну, грубо говоря, супербой. Что можно сказать о Борисе Манковске? Как бы бои я его посмотрел. А, ну, как видите, за последнее время он. У него, как бы, достаточно хорошие скальпы, на мой взгляд. Ну, для, для КСВ, конечно, для КСВ. Единственное, что у него было поражение со Сламбеком Саидовым. Но, друзья, это была травма. Хотя Саидов там, если честно, бой забирал. Но после одного из бросков Саидова Манковский неудачно упал. По-моему, ногу он-то повредил. Бой был остановлен. Но, как видите, Саидова через бой он реваншировал, победил. Значит, что касается боев его вообще. А, ну, по сути, по сути... Uh, опять же, боец хороший, по сути. Как бы, <coughs> несмотря на то, что у него уже 5 поражений, именно сейчас у него такой самый-самый расцвет карьеры. Uh, боец такой фактурный, uh, весьма такой развитый. Ну, что я хочу заметить, что у него далеко не самое лучшее кардио. Он достаточно быстро устает. Вот, также он предпочитает проводить все-таки в партере, бой он много переводов старается делать, хотя может и в стоечке подраться, и удар у него, кстати, весьма тяжелый. Вот, ну что касается Мамеда Халидова, опять же, ну, друзья, вы сами знаете этого бойца, а, настоящая звезда в Польше. Единственное, что... Uh, крайний, ну, не считая вот uh, легчайшей победы над Люком Барнетом, да, в ICB. Крайний бой в КСВ против Караогла он провел из рук вон плохо. Uh, я не знаю, как бы он уже либо стареет, либо просто этот бой для, был для него неудачный, я не знаю. Но это боец uh, также универсальный. И по умениям, на мой взгляд, он просто на голову выше Бориса Манковски. Просто на голову, друзья, он намного быстрее в стойке, плюс, а, ну, он из более тяжелого веса, да, это также будет иметь преимущество. Хотя, кстати, Манковский физически достаточно силен, а, но ну, здесь именно в скорости я вижу преимущество у Халидова, несмотря на его возраст. Также, а, что также у Халидова можно отметить, это его болевые приемы. Он переходит на болевые приемы очень, очень быстро, и они у него крайне разнообразные. Он может и э, задушить сзади, провести гильотину, сделать болевой на ногу. А, ну, то есть, друзья, а, боец, скажем, в джиу-джитсу разбирается просто прекрасно. И при этом он очень хорош в стойке. То есть, я не знаю, как бы, я, если честно, не считаю, что он ну, все уже состарился, его пора списывать. А, бой, наверное, будет конкурентный, по крайней мере, ну, первый раунд. Но мне кажется, Халидов а, этот бой выиграет. И мне кажется, что уверенно. Более того, возможно, даже досрочно. А, ну, букмекеры, как видите, со мной согласны. А, единственное, что по тоталам букмекеры не определились. Ну, тотал меньше, я бы тоже, конечно, не стал здесь рисковать. А, на победу Халидова я не знаю, друзья. Как бы, по большому счету, если подумать, учитывая его крайнее выступление в КСВ, наверное, маловат коэффициент. Uh, не знаю, может быть, при росписи можно будет что-то забрать. Ну, в общем, предпочтение, я думаю, вы поняли, кому я отдаю. Ну, в принципе, у меня все. Напоминаю, что спонсорами подкаста являются букмекерские конторы uh, Pinnacle и Parimatch. То есть Pinnacle для игры с большими суммами. Uh, без проблем будут выводы больших сумм денег. Parimatch, ну, на мой взгляд, лучшая СНГ-контора, так как у нее широчайшая роспись и, uh, ну, просто достаточно большая линия. Вот, если кому-то вообще подкасты нравятся, кому-то интересны, также кому-то помогают а, мои ставки, они, естественно, будут. А, непосредственно перед всеми этими тур турнирами я дам анонс. В общем, если кому-то нравится, кому-то интересно, кому-то помогает, а, мои реквизиты будут около этого видео. Вы знаете, что с этим делать, друзья. Всем до свидания. Всем доброго.